Всем привет! И с вами мама Лия. Друзья, сегодня проснувшись, у меня ждал сюрприз. Муж подарил мне цветочки. Умеют же иногда делать, когда хотят. Но у него был повод. У меня сегодня день варенья. И у нас стоял вопрос, как же нам его отметить. Он предложил сходить в ресторан, но у меня не было настроения. Я сказала, нет, мы будем сегодня дома в семейном кругу. И сейчас я вам покажу, что же мы будем готовить на сегодняшний праздничный ужин. А готовить мы будем сегодня гуся с яблоками. Очень вкусная и праздничная уточка. Ой, гусь. Гуся мы берем, у нас есть в нашем регионе фермерское хозяйство, они выращивают. И он мне, что нравится, не жирный. Я покупала однажды домашний на рынке, и мама дорогая, там столько сала, и кушать даже было невозможно. А этот он такой постненький, можно сказать, мясо вкусное и нежное. Я приготовила смесь, состоящая из соли, перца и чеснока, да, друзья, и яблоки. И это будет очень вкусно. Мы хорошо промазываем это вот внутри, прям смело, не боимся ничего. Внутри мы хорошо смазали вот этой смесью. И теперь я приготовила яблочки. Я на всякий случай два взяла, потому что вдруг, ну обычно одного яблока хватает. На четыре части сердцевинку мы убрали. И сейчас сюда мы упаковываем прям плотненько, приплотненько яблоко. И чтобы прям туда подальше. Да, наверное, вот яблочко сюда как раз и уйдет у нас. Да, вот так вот. А сейчас я возьму зубочистки и вот так вот это вот заделаю. Сверху обмажем дальше этой смесью и в рукав. Ну вот что у нас получилось. Видите, все замечательно, аккуратненько. Гусь на 2 килограмма, небольшой, не жирненький, постненький. Сейчас мы его убираем в холодильник. Он должен настояться. Все вот эти ароматы. И еще мы покажем пару салатиков, какие будут у нас на ужин. Но чтобы их приготовить, нам необходимо съездить в магазин. Встречаемся в магазине. Салатика. Купили грибочки нарезанные. Я всегда для этого салата покупаю именно эти грибы. Отварила яйца. Яйца я всегда покупаю тоже домашние. У меня свой поставщик. Грудка копченая. Вредно, согласна. Но это не каждый день. Поэтому бывают дни исключения. Кедровые орешки. Я тоже у нас продаются на базе в одном месте. И я там беру у одних и тех же. Скидку сегодня не сделали, как постоянному клиенту. Новый год. И сейчас мы начинаем готовить. Лук обжариваем полукольцами вместе с грибами. Начинаем готовить. Все, друзья. Подготовили мы. Нарезали кубиками грудку куриную, яйца. Огурцы, чуть не забыла. И пожарили мы лучок и грибочки. Тут на подсолнечном масле.
Но мы сделаем так, то есть наоборот, чтобы масло у нас поменьше попало сюда. И все смешиваем в нашу чашу. Масло, что осталось, мы его в моечку потом это и все смешиваем по порядочку. Он перемешивается. И сейчас перемешиваем. Заправляется этот салат майонезом. Да, майонезом вредно. Но я еще раз повторюсь, что майонез мы каждый день и ложками не кушаем. Ну, а сейчас, тем более, есть повод своему желудку позволить все покушать. Почему бы нет? Заправляю я салаты всегда тоже перед самой подачей. И в холодильнике они у меня хранятся без майонеза. Потому что, ну, у меня в семье не любят, когда майонез, это все настаивается. Я просто уже тогда потом не смогу кушать. Это у меня пойдет на выброс. Вот так вот у меня, друзья, получился салатик. Потом я покажу, как его оформить. И потом также расскажу про второй салатик. Но его делает тоже расскажу кто. Ну все, друзья, салат готов. Мы его выложили. Блюдо и посыпали сверху кедровыми орешками. Те орешки, которые сегодня покупали. Они идут сразу слегка поджаренные. И вот этот вот орешки придают очень такой пикантный, вкусный вкус этому салату. Рекомендую приготовить вам его также своим родным и близким. И напишите, пожалуйста, в комментариях, как он вам. В нашей семье очень идет даже на ура. И тадам, второй салат, фирменный салат моего мужа. А готовит он его просто. Покупает селедку, сам разделывает на филе, добавляет зеленый горошек, лук полукольцами. И лук промывает под очень-очень холодной водой. Потом крепко отжимает, чтобы не было горечи в луке. И заправляет все подсолнечным маслом, ароматным маслом. И все, блюдо готово. Приятного аппетита. Тоже рекомендую вашим близким приготовить. Пусть они попробуют на свой вкус. И тоже напишите мне в комментариях, понравился он или нет. И сейчас я хочу сказать, что на этой вкусной ноте мы заканчиваем. Утка уже тоже утка, но я сегодня и утка, а гусь с яблоками у нас тоже готов и ждет уже на столе. И сейчас мы будем тоже садиться уже ужинать. Я буду получать поздравления от своих близких, мужа и моей любимой доченьки. Не забывайте подписываться на мой канал «Мама Лия» и ставить лайки. Сладкая моя ты лапочка.